Здравствуйте. Меня зовут Анночкина. И я сегодня сняла свою кандидатуру с выборов на пост губернатора Пензенской области. Делать я этого не хотела, но мне пришлось. Как вы знаете, есть довольно много способов заставить человека отказаться от участия в выборах. Юридических способов. В моем случае это статус лица, аффилированного с иностранным агентом. Формально это не мешает участию в выборах, но это накладывает очень большие ограничения на ведение кампании. И само слово «иностранный агент», несправедливое слово, незаслуженное, будет шлейфом идти не только за мной, но и за партией. Что же это за иноагент, связь с которым мне приписывают? Несколько лет назад я сотрудничала с Институтом глобализации и социальных движений. Институт занимался социальными исследованиями и иногда получал зарубежные гранты. Кстати, президентские тоже получал. Но по закону, если ты получаешь иностранное финансирование и при этом занимаешься политической деятельностью, тебе присваивают статус иностранного агента. Политической же деятельностью по законам является и заявление, критикующее те или иные аспекты социальной политики. В случае с Институтом глобализации и социальных движений это была критика пенсионной реформы в 2018 году, когда он и получил такой статус. Но давайте вспомним, что сегодня, к сожалению, под этот зловещий статус могут попасть самые разные организации, вполне себе системные, которые приносят благо именно России, никоим образом не могли бы являться иностранным агентом в полном смысле этого слова. Благотворительные организации, которые получают иностранное финансирование и могут проводить пикеты, ну, например, для того, чтобы добиться выделения лекарств для редких болезней. Исследовательские институты, некоммерческие организации и так далее. Партия и лично Сергей Михайлович Миронов меня поддерживают. Я считаю этот закон несправедливым, и я не ставлю крест на своей политической карьере, как бы это кому ни хотелось, на своем политическом пути. Все продолжается. Всего вам доброго. Берегите себя.